Седьмая глава книги пророка Захарии. В четвертый год царя Дария было слово Господне к Захарии, в четвертый день девятого месяца Хаслева. Когда Вефиль послал Сарецера и Регем Мелеха и спутников его помолиться пред лицом Господа и спросить у священников, которые в доме Господа Саваофа, и у пророков, говоря, плакать ли мне в пятый месяц и поститься, как я делал это уже много лет, и было ко мне слово Господа Саваофа, скажи всему народу земли сей и священникам так. Когда вы постились и плакали в пятом и седьмом месяце, притом уже 70 лет, для меня ли вы постились? Для меня ли? И когда вы едите и когда пьете, не для себя ли вы едите, не для себя ли вы пьете? Не те же ли слова провозглашал Господь через прежних пророков, когда еще Иерусалим был населен и покоен, и города вокруг него, южная страна и низменность были населены? И было слово Господне к Захарии. Так говорил тогда Господь Саваоф: «Производите суд справедливый, и оказывайте милость и сострадание каждый к брату своему. Вдовы и сироты, пришельца и бедного не притесняйте, и зла друг против друга не мыслите в сердце вашем». Но они не хотели внимать, отворотились от меня, и уши свои отяготили, чтобы не слышать, и сердце свое окаменили, чтобы не слышать закона и слов, которые посылал Господь Саваоф духом своим через прежних пророков. Зато и постиг их великий гнев Господа Саваофа. И было, как он взывал, а они не слушали, так и они взывали, а я не слушал, говорит Господь Саваоф. И я развеял их по всем народам, которых они не знали, и земля сия опустела после них, так что никто не ходил по ней ни взад, ни вперед, и они сделали вожделенную страну пустынею.